Учредителями программы «Российская студенческая весна» является Министерство
Министерства образования и науки Российской Федерации. Ваши аплодисменты. Также аплодисменты Министерству культуры Российской Федерации. Общероссийская общественная организация Российский союз молодежи. Один аплодисмент учредителям фестиваля в Тюменской области, Департамент по общественным связям, коммуникации и молодежной политики Тюменской области. Департамент культуры Тюменской области. И вообще немножечко проснемся. Потому что весна, потому что творчество. Друзья, давайте громко.